Медведев рассказал о взаимной симпатии Володина и Орешкина, то есть вот он выступал, когда прикололся, там, что вы внимательно следите за работой Министерства экономического развития, я знаю, что Министерство экономического развития за работой Государственной Думы, следить за работой экономической, я знаю, что Министерство экономической работы, это эмоции надо было выразить, за работой Государственной Думы, так что вы испытываете взаимную симпатию, надеюсь, так и будет дальше. Ну, как бы Министерство экономического развития не следило за работой Госдумы и Володина, оно ничем Володину и Госдуме повредить не может. В этом отношении у них роли такие, что Володин охотник, а Министерство экономического развития – это заяц, который вынужден вот так прыгать, а он в него периодически пуляет. Потому что любая оплошность, в конце концов, сразу выводит под прицел. А наехать на Госдуму нет у правительства вообще никакой возможности. Ни единой. Поэтому, конечно, я думаю, Медведев тут специально такую интригу затеял, продемонстрировать, что Володин не любит Орешкина. Но это и так ясно. То есть, если он хотел бы сказать это, он мог бы сказать это открытым текстом.